К борьбе готовится и нардеп Сергей Каплин, представитель профсоюза в Верховной Раде. По его информации, Печерский райсуд Киева принял тайное постановление об обысках в офисах социал-демократической партии, лидером которой Каплин как раз и является, и в помещениях профсоюза. Заказчиками этих обысков нардеп называет своих оппонентов Арсения Яценюка и Олега Ляшко и уже обещает Печерский суд заблокировать.